Сын Карасева умер от передоза. В клинике пластической хирургии. Он землю будет рыть, пока виноватого не найдет. Найти мне этого подонка, поднять всех на ноги. Мне кажется, мы нашли то, что искали. В куртке Бориса Горских. Ты как-то связан с этим делом? Ну вы же знаете, что я ни в чем не виновен. Тебе срочно нужно бежать. Мы разыскиваем вашего сына по подозрению в продаже наркотиков. Он сам себя поставил в неловкую ситуацию тем, что убегает от нас. У меня два варианта. Либо залечь на дно и ждать, пока не найдут настоящего виновника, либо самому искать. У тебя есть 3 дня. У тебя ничего не выйдет. Ты ничего не докажешь. Пап, мне помощь нужна. Тебе не стыдно просить у меня помощь? Мой сын? Слабак и тупица. Человека зачем убивать? А с чего ты взял, что это сделал я? Ты рассчитываешь на мою помощь? Все думают, наркоман, значит, туда ему и дорога. Как бы там ни было, я уверена, что Борис ни в чем не виноват.